Are you with me? Ребят, всем привет! Продолжаем мы игру в Escapist. Так я скажу, ребят, давайте идем на второй, на третий день, ребят. Нет, на второй, кстати. То есть на второй. Короче, я уже, ребят, путаюсь, короче, давайте. Сейчас утро, короче, ребят. Если мы за три дня не сможем выбежать с этой тюрьмы, то, ребят, заканчивается, по идее, и серия. Ну, как сказать, это тюрьма. Буду уже другую снимать. Мы 5 лайков еще не собрали, ребят, но ничего страшного. Или мы 2 дня уже делаем тут сразу. Нет. Второй и третий. Третий, когда закончится, вот так как-то, ребята. Так, вот тут пишешь, что-то, короче, ставь на паузу, это и все. Так, ну кто же? А, ребят, мы еще вчера эти задания не взяли, что дави, слухала тебя, лекарство. Клейкая лента, ребят. Вот клейкая лента мне самому нужна. И как бы, прости, чувак, но все-таки нам нужны, ребят, деньги. Мы должны, все-таки мы ему должны дать эту клейкую ленту. Никуда мы не денемся. Так, тут говорят, что тут полицейский. Теперь идем на завтрак, по идее, да, ребят. Я уже тут привык, короче, знаю все. Так. Блин, куда я пошел? Так, ребят, берем завтрак. Ну уже берись. Так, сейчас покушаем быстро, ребят. Все, ребят, короче, мы типа поели. Сейчас скажешь, куда ты идешь. А я пойду в спортзал. Что вы мне там пишете? Так. По идее, ребят, тут спортзала нет. Надо в другом месте искать. Я как бы. А, вот спортзал. Спортзал. Так, давайте, ребят, качнемся. Так. Отдых. Вот я отдыхаю, как бы качаюсь. Так, я думаю, качество лучше сейчас, ребят, стало. Это игра пиксельная, так что я ничего не могу сделать с этим. Ребят, мы как бы сможем выйти быстро из этой тюрьмы, если мы пробьем там дверь, как я сказал, ночью. Ну, короче, это нельзя, ребят, попробуем. Я чуть-чуть простудился, ничего страшного. Так, давайте сделаем хоть 25. ХП нам очень нужны. Так, и пойдем искать, конечно же, ребят, клейковую нашу ленту. Так, давайте еще 2, чтобы было 22, 25 уже не дело, потому что мы очень быстро, так сказать, тратим наши силы, энергию. Видите, она уже 65, 70 по 5. Давайте еще один и все. Так, и еще один может быть. Не, еще один и все, стопудов. Да, так, идем отсюда. Так, тут карцер, да, там карцер. По идее, тут не знаю что. Короче, ребят, идем искать вещи и будем прятать их в туалете. Да, ребят, вы не послышали, ребята, мы реально будем искать в туалете. Так, у нас мало времени. Иди, давай, давай быстрее, пока полицейский не пришел. Так, нам это не нужно, блин. Дайте что-то нормальное. Черная лента, пожалуйста. Вот такая, но только черная. Так, это для бритья. Не, ребят, нам нужна бритка. Бритва. Так, ищем дальше. Ну, блин. Аптечка, о, ребят, так, кому там надо было аптечку? Блин, лекарство, вот. Короче, ребят, лоханулись. Просто лоханулись. Так. Что поделаешь, ищем дальше, ребят. Нет, только не спали. Ху, мусор. Это наши, ребят. Так. Блин, как же бесит одна лента. То есть туалетная бумага. Давай, давай, ну черная, ну. Ребята, если мы не найдем все, зафейлимся, так что мы с этой тюрьмы не убежим. Минимум как за книга. Фольга. Фольга нужна, 100 пудов. Там закрафтим что-то. Так, дальше ищем. Да блин, на дне мыло. Что они там мылом? Кушает его, что ли? Так что там? Полуденная прелекличка. Опять я не умею читать, ребят. Так. Пока все придут, пока это. Кому-то надо было так. Предмет Валдер. Так, где Валдер этот?
скажем, что у нас нету. Нет, не он, не он, не он. О, вот он. Ребят. Дать. И что? Не, ребят, все-таки ему надо было лекарство. Ничего, ребят, все, короче, бросали мы нашу аптечку, хотя нам даже не надо было, так что хрен с ней. Думать, тюрьма это шутка, пишет чувак. Руки так и чувствую, куда ты погиб. Ала-ла-ла, короче. Тяп-ляп-то, ала-ляп. Короче, игровые субтитры. Так. Нет, блин, ребят. Пипец, все, фольга просрал. Надо было все-таки это. Нехлая похвала, охрана нашла у тебя в столе скрытую коробку при обыске. Я в карцере, круто вообще. Ребят, пятый день уже. Мы должны уже давно будет заканчивать, но мы уже на пятом день. Ладно, ребят, этот как бы все уже и следующий. Блин, что мне там тут стырили? Почти ничего, ребят, это круто. Так, журнал. Блин. Сука, просто, ребят. Пипец. Фольгу стырили. Из фольги я мог бы сделать, как бы, так сказать, как забор, ребят, знаете, и выйти. Но, как бы, конченые мусора мне не дали. Стырили мне ее. Ладно, ребят, не будем отчаиваться. Короче, это последний день, короче, заканчиваем до 6. И все, до 6 дней, короче. Короче, мусор, давай быстрее, блин, бесит. Тут ничего нету. Все, мусора ушли, ребят. Можно искать. Так, нам не хочется кушать, ни чуть-чуть. Быстрее, быстрее, там была драка, я слышал, как они дрались. Давайте сейчас возьмем что-то. Да, ребят, тут подрались. Брось, окей, я брошу его, только дайте. Есть! Фу, ребята, это просто магия. Ребята, давайте сейчас закрафтим, что ли. Так. Так, так. Да, ребят, плакат. Круто. Все, ребят, я думаю, мы уже сбежим с этой тюрьмы. Это настолько круто, ребят. Сейчас мы быстро покушаем. Блин, я так рад. Вот последний там, у этого чувака, я так и знал, драка там, хорошо, что я услышал драку, и, так скажем, взял я эту ленту. Не-не-не-не, мне нужны ножики. Вот так, ребят. Так, бежим, давайте мы быстро поставим наш сундучек. Так, а быстрее. Ребят, я хочу дать эту ленту моему тому другу, так сказать. Потому что ему может быть нужна, но все-таки я ее искал много. Если мы сейчас найдем еще одну, то, так скажем, дадим ему одну. Так, что тут еще раз? А, короче, понятно. Так. Блин, я хочу побыстрее выйти с этой тюрьмы, ребят. Вот почему я не могу ему дать. Ну ладно. Так. Искать мы будем еще чуть-чуть. Так, что у нас тут? Отдых. А, давайте, ребят, покачаем нашу бицуху. Так. У моего персонажа какая-то соска в этом. В рот. Кстати, ребят, почему мы должны, если мы уже сделали ХП? Блин, странно. Нам ХП отмелись. Это очень хреново, ребят. Ладно, давайте покачаемся до 20, что поделаешь. Снайпер нас все равно не сможет убить. Так, ребят, этой ночью мы пробуем побег. Если получается эту ночь побег, то все, ребят. Так, это последняя серия была, потому что мы уже пережили 6 дней, хотя надо было 3. Так что, как-то так. Вот у нас уже 20. Сейчас сделаем 21. Это последний. По 3 раза 1 хп, да? Да, я очень, блин, что-то у меня упало. Ладно. Хуй, ребят, нам осталось чуть-чуть играть. Как бы уже
10 дней. А ну, сейчас попробуем выйти. Блин, не можем. Какая-то у них схема тут. Давайте посмотрим, ребят, как мы сделаем сегодня побег. Так. Пойдем в нашу комнату. Будем, так сказать, сначала выйдем с вещами. Пойдем, не знаю. Я вообще не знаю, как мне делать побег. Я первый раз играю в эту игру, но попробуем, ребят. Пробовать. Так что. Че, у меня 21 было, а теперь 20. Пипец, надо опять качать бицепс. Не буду я туда идти. Мусора. Так. Вот так. Будем 22 делать, потому что, ребят, у нас хп просто. Чё, беспорценный период. Окей. Все, по идее уже все. Так, о, драка, ребят, драка. Так, там драка. Круто, ребят. Не, нам это пока что не нужно, ребят. Ну, пускай вещи. О, ребят, давайте сделаем баньку. Так, нам осталось еще много, ребят, это играть. Как видите, нам надо еще играть 5-6 минут, ребят, где-то, чтобы закончился день. Ну ладно, будем ждать 5-6 минут, что поделаешь. Го искать, ребят. Иди нахер, мусор тупой. Курица... Да, это нам не нужно, ребят. Ну что, у всех людей одно и то же. Книга. Ребят, я хочу как бы сделать дырку в заборе и просто съебаться, простите за такое выражение, из этой тюрьмы. Если нам это удается, то это самый быстрый побег с этой тюрьмы. Фонарик нам нужен, ребят. Вдруг мы сделаем там шаг. Это наше. Все. Так, тут последний. И... Так... Туалетный бумага, туалетный бумаг, шоколад. Зачем нам шоколад, ребят? Нам и так не надо много сладостей, типа, кушать. Так. Че, ребят, ждем ночи. Лезвие. Лезвие это круто, ребят. Че теперь? Ужин. Опять ужин, что ли? А, тогда был завтрак, теперь ужин, потом будет борщ, да? Я правильно, может быть, понял? О, ребят, драка. Круто, драка, это хорошо. Не-не-не-не-не. Нет, ребят, пожалуйста, нет, я не хочу. Я не хочу. Ребят, я просрал файл, но почему так? Просто пипец, ребят, этот файл как бы были данные, подсказка как бы. Чуть теперь время на упражнение. Я не хочу качаться, я уже качался, я уже до смерти накачался. Ладно, ребята, ждем ночи, я пока что ставлю на паузу и ждем ночи. Ребят, вам не поверите, я нашел двух чуваков, смотрите, что я нашел, ребят. Сейчас я быстро их отдам тому челу, помните, который просил клейку, так... Паул. Давайте мы сейчас найдем, ребят, Паула. Это он, да, ребят, это он. Паул, блин, стой. Я хочу тебе дать подарок. И это клейка лента, дать. Спасибо за 20, ребят. Так, блин, нет. Так нехорошо. Надо съебаться. Две драки сразу, ребят, круто. Так. Блин, ребята, я просрал эти вещи. Ну да ладно, ребят, все-таки они нам не нужны пока что. Блин, печаль, беда, беда, тоска, короче. То я продал тому чуваку, меня это забанили, типа, убили, то есть. Хреново, ребят, все равно уже вечер, так что давайте я лучше продолжу серию, не буду... Я все равно ленивая жопа, буду монтировать, так что... Все равно я не ленивая жопа, я хотел сказать. Вот, ребят, у нас довольно так много вещей. Так, колода карт нам не нужна, лезвие не нужна, гребень не нужен, жвачки не нужны, мыло не нужно, это не нужно. Ладно, ребят, все-таки мы поставим, все равно сегодня у нас типа побег получится.
Так что все, через 2 минуты все. Все тут, да, вечерняя перекличка. И что мне тут показывает? А, тут типа надо приходить. Вот мусора тупые. Так, все, ребят, побег скоро уже. Танцуем, ребят, в игре. Видите, какой он плоский, когда я быстро делаю? Ну, стройтесь. Так. Опять что-то упало. Пиц, дом уже рушится. Давайте я буду вместо мусоров, пока не типа. Все, ребят, спадки. Так, ребят, побег начинается. Ребят, если у нас получится, это будет очень круто. Тихо. Ну когда она у нас сломается? Так, сколько там еще осталось? А. Ладно, с вилкой пробуем. Вилка не хочет? Да ладно. Ладно, ножом пробуем, ребят. Видите, ребят, даже я говорю, ну же, ломайся. Так, ребят, нам остался один нож. Это очень хреново. Ну же, сколько тут процентов? Ребят, 82. 82% это... Пипец, сколько ножов нам надо, ребят, это... Все, это фейл, ребят, это фейл. Все, ребят, фейл. Ребят, я так и знал. Так и знал, что у нас фейл, ребят. Ничего страшного, ребят. Может быть, в другой раз у нас получится. Хотя эта стена еще 76%, ребят. Можно и в другой день ее сломать, но, ребят... Да, надо было все-таки побольше ножей, ребят, взять. Если у нас получится с этой, то хорошо. Не, ребят, все, ребят, короче, это фейл, очень большой фейл. Так что, не знаю, ребят, что делать. Я бы сбежал, если у меня было бы больше ножов. Но, как вы видите, у меня ничего нету. Ну, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вы хотите снимать другие игры, пишите в комментариях, какие игры вы хотите, чтобы я снимал для вас. Следующая игра по моим просьбам, я хочу, чтобы я снимал сам. И следующая игра это будет сам. Так что, ребят, следующая игра сам, а после сам уже пишите, какие вы хотите, или сейчас пишите, какие вы хотите. Как я уже говорил в прошлой серии, что я не буду снимать графика, где там GTA 5, Call of Duty этот новый, я не буду такие игры снимать, у меня не идет. У меня, как видите, это идет минимум. Так, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.